Слушайте, а кстати, вы смотрите «Битву экстрасенсов», друзья, кто-нибудь? Новую? Господи, это же все вранье. Ну, говорит, вранье, не знаю. Но там Жан участвует. Я знаю Жана, вот он там участвует. У него, ну вот я с ним общался так в круге знакомым. Мне кажется, да, у него есть определенные способности, так что, друзья, поддержите. Жан, он там со своей сестрой. А что, новый сезон опять? Новый сезон начался. Жан там в сезоне. Я знаю. Точнее, теперь я уже знаю. Вот. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, не знаю, что говорят, что без, конечно, что все это шоу «Битвы экстрасенсов». Понятное дело, но иногда интересно. Все они, короче, говорят, актеры. Но, мне кажется, экстрасенс существует. Мы очень извиняемся. Позже. Сделаем все позже. А можно сейчас мы доедим, простите, а потом... Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Блин. Говорит, Дом 2, Игорек, говорит, Дом 2, хорошая программа. Игорек, не смотрю, не знаю, но поверю тебе на слово. Вот что, Дом 2, это твое все. Блять, теперь я и сам запутался. Приветствуем на канале «Тайны мироздания».
приглашает людей для участия в съемках программы. Благодарим за внимание. И подписывайтесь на наш канал. До встречи. Видел по телеку одну передачу. Почему раньше не видел, жалею, плачу. Собрались колдуны из разных мест, чтоб выяснить, кто все бест, то все бест. Знахари с шаманами, ведьмы с гадалками, тычут друг в друга волшебными палками. Все хотят выиграть этот турнир. На приз газеты черный упырь. Инструмент каждый с собою привез. Свечи, маски, волшебный навоз. И вот сигнал к состязанию дан. Посмотрим, а вдруг кто из них шарлатан. Обряд называется дьявольский хрюн. Его проходит каждый колдун. За ширмою что, все ответить смогли, но по-разному интерпретировали. Это мужчина. Увидела императора, сидящего на троне. Кареглазая женщина. Щит и тюльпанчик. Тыпки какие-то, ящерки. С вашими мозгами сейчас займутся сексом. Это на экране битва экстрасенсов. С вашими мозгами сейчас займутся сексом. Это на экране битва экстрасенсов. Другое состязание, адский багажник. Со всей страны приехали люди отважные. Машины свои с собой привезли. Хотят, чтобы их в багажнике нашли. В багажнике сидеть интересно очень даже, если тебя в нем по телеку покажут. В какой же машине заперт хозяин? Главная тайна из всех главных тайн. Экстрасенсы шипели, кололись, молились. Даже магически матерились. Твою мать! Используя духов злых привлечения, спасали узников из заточения. Вот таинств таких мороз похожи. Пусть скептики гнусные скажут, быть может, мол, им сам ведущий дал верный ответ. Вы чё, охренели? Конечно же нет. Верит народ голубому экрану, как Библии, Торе или Корану. Верю и я, вот смажу виски и к телеку ближе подставлю мозги. С вашими мозгами сейчас займутся сексом. Это на экране битва экстрасенсов. С вашими мозгами сейчас займутся сексом. Это на экране битва экстрасенсов. С вашими мозгами сейчас займутся сексом. Это на экране битва экстрасенсов.